1 декабря, да? И с 1 декабря получается практически, наверное, 8 месяцев. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. 7 месяцев тренировала по большей части вас, меньшей части группы 10-13, тренировала со взрослыми, выступала достаточно очень уверенно, представляла наш клуб. И, как она сама говорит, ей очень сильно понравилось. Мы отличаемся от всех секций, где она работала. Действительно. Вот. Но получилось так, что Катерина Владимировна выбрала непростой путь, достаточно очень смелый путь. Вот Алексей, ее супруг, военный, я сам, как сказать, практически полгода, почти всю жизнь я отдал службе в армию. Вы знаете, что такое уезжать из Москвы, не в Барнаул, где я служил, я тут на пересечении, а прямо на самый дальний, ближе к американцам, на Петропавловск-Камчатке. Екатерина Владимировна осознанно выбрала этот путь. Она знала, поэтому она нас покидает, она едет туда на 5 лет. А может и раньше, если Алексей переведет. Но, как ни крути, отпуск, да, достаточно, еще родители, давайте. А еще родители. Да, у нее будет отпуск, естественно, на отпуске будет приходить и обязательно вас тренировать. Это обязательно, да. Понятное дело, замены нет, но она будет, потому что мы двигаемся, мы развиваемся. А вдруг Катерина Владимировна останется там, а потом государство нам поможет, и мы откроем там музыку. Поэтому каждый день дружили с вами будет. Вот это просто. Поэтому, дети, есть что сказать? Ну, понятно, сейчас без этого как, если ты уже сказал, да? Есть что, кто не стесняется при всех сказать Катерине Владимировне, что ли? Теплые слова. Теплые слова. Катерина Владимировна, я желаю, чтобы вы хорошо провели время со своим мужем. Молодец. А теперь по плану. Помню два слова. Екатерина Владимировна, мы вас любим. Екатерина Владимировна. Стоп! За что ты? Внимание! Екатерина Владимировна, мы вас любим. Ну теперь Екатерина Владимировна что-нибудь скажет детям. Вашего результата. Просто так.